Всем привет! Мы в Новосибирске. Всем привет! Мы добрались до города Новосибирска и приехали в гроу-шоп Go to Grow. Пойдемте посмотрим, что там у ребят. О, Димон, привет! Привет! Мы магазин Go to Grow, город Новосибирск. Привет! Мы открылись в 15-м осенью. Вот и с тех пор работаем, радуемся сами, людей радуем. Началось все с того, что решил вырастить два помидора на гидре дома у себя на подоконнике. Вот. Устал искать оборудку, вот, решил облегчить жизнь всем подобным начинающим и открыл магазин. Вот так просто. В ассортименте нашего магазина вы можете увидеть последние новинки на рынке освещения. Представляю Quantum Board. Это топовое освещение на сегодняшний день. Минимальные энергозатраты и максимальная отдача. 250 Вт комплект. Очень тонкий, очень мало нагревается. Для охлаждения этого светильника требуется небольшой вентилятор. Вот, при этом светоотдача у него очень мощная, невероятно мощная. Также мы продаем Кри матрицы, тоже очень хорошая вещь. Матрицы Кри, матрицы Citizen, приобретайте у нас в магазине, будете очень довольны, поверьте мне. Мы сами изготавливаем дышащие горшки для выращивания от 0,5 литра до 30 литров. Вот. Они состоят из агротекстиля, хорошо пропускают аэрацию, ну, кислород корням, вот, и помогают избежать перелива. Вот. Приобретайте у нас по оптовым и розничным ценам. Ждем. Слушай, ну, как ты думаешь, в ближайшее время произойдет какое-нибудь чудо или нет? Я думаю, что произойдет. Я жду чуда всегда. И надеюсь, что оно произойдет. Ну, может быть, там, если не эту пятилетку, то следующую. Я надеюсь, что так. Ты как думаешь? Я думаю, это все будет гораздо быстрее. Кайф. Ладно, ребята, спасибо вам огромное. Спасибо. Хороших вам. Хороших вам продаж. Спасибо. Спасибо большое вам. Будьте предельно осторожны во всем, что касается гроудинга, выращивания. Я желаю всем удачи. Я тоже. В Новосибирске есть еще один гроу-шоп, который называется «Технология выращивания». Погнали! Ребята собирают вот такие многоярусные гидропонные установки, которые называются City Farmer. В принципе, вся установка, она идет стеллажного типа, получается, с освещением. В комплекте полностью идут и поддоны, и свет, и все трубки. То есть, ну, полностью готовый комплект для домашнего выращивания. А, давно я уже такого не видел. Это классические субстраты «Роза Лимон» от «Сада Чудес». Собственно, с него и начинало большинство гроверов свою деятельность, потому что раньше, кроме этого субстрата, ничего толкового не было. Вот, давно я его уже не видел. Уф, рад. Так, вот в магазине еще есть вот такие светильнички. Ну, это самодельные, их, по-моему, делают в каждом городе в нашей стране. Самые простецкие – это светодиодные светильники. Так, что еще у ребят тут есть? В принципе, все по классике. Есть и днаты, есть и леды. Все для гидропоники.
что еще? Вот ребята, допустим, отметились из Агродома, с Красноярска. Тоже поставляют красивые такие системки. А так, в принципе, классический гроушоп с классическим набором для гроувинга. Здесь есть все. Хорошо поработав, мы с друзьями поехали отдыхать в горный Алтай. И по пути встретили... А здесь находится поле промышленной конопли. И очень большое поле. А вот оно, родная. Растет, так сказать, под Новосибирском. Дорога была долгой. И к закату мы приехали в село Узнезя, на базу на реке Катунь. И решили немного прогуляться перед сном. Всем доброго дня! Мы находимся на Алтай, на речке Катунь. Вот второй день приехали. Короче, солнышко сегодня, хорошо. Поедем сегодня гулять. Наступил третий день нашего пребывания на Алтае. Мы сейчас заехали на заправочку и едем в ущелье горных духов. Потом поедем на канатную дорогу еще куда-то. Короче, вообще тут очень интересно, и каждому советую обязательно съездить на Алтай, потому что здесь очень так душевненько, так хорошо, спокойно, спокойно. Я прям вот прям отдыхаешь. Утром просыпаешься, и ты такой выспавшийся бодрячком. Так что все на Алтай по возможности. Как вы думаете, эти наскальные рисунки подлинные или сделаны для привлечения туристов? Делаем это видео, поднимаясь по канатной дороге во мглу. Мы приехали на озеро Манжерок, чтобы прокатиться на канатной дороге. Но погода резко изменилась, и мы промокли до нитки. Так, у нас начался следующий день путешествий. Вот тут у нас есть черемушка. Вот, сейчас мы приехали на озеро Айя. А дальше едем на Телецкое озеро. Thank you.
мы хотели прокатиться на катере, но погода внесла свои коррективы. Телецкое озеро – одно из самых посещаемых туристами мест в Республике Алтай. Озеро входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Насмотревшись красот горного Алтая, мы отправились в обратный путь. Двигаясь по Чуйскому тракту, мы сделали небольшую остановку. Мы нашли вообще огромное поле конопли. Сейчас вот решили к нему прогуляться, но оно прям реально огромное. Ёлки свесили макушки, зелень ярко бьет в глаза, зайцы вышли на опушку, пролетела стрекоза. Пики гор в озерной глади, кедры с шишками с кулак, горный мед, росы прохлада, лентой вьется Чуйский тракт. Нестреноженные кони пьют из чистых горных рек, рыба кормится в затоне, их не тронул человек. Чистоколом темных елей лес цепляет облака. Под горою расшумелась полноводная река. Лес в рябиновых сережках прячет корень золотой. Взгляд морала осторожный. Кто нарушил их покой?